Скажи что-нибудь умное. Я считаю, что влияние Кьеркегора на Камю недооценено. Гоббс — это мрачное альтер-эго Руссо, а Гегель был прав. Абсолютная идея питает саму себя. Понятия не имею, что ты сказала, но звучало чертовски гениально. Ты знаешь французский? Испанский, итальянский, немецкий, латынь и древнегреческий. Сколько тебе лет? 19. В том году закончила Гарвард. Ну и что, что у меня нет друзей? Кому нужна эта дружба? Люди беспечны, насквозь фальшивы и, прямо скажем, неумны. Тебя тут все соседи уже считают странной. Да? Мы с тобой вместе составим список вещей, которые ты должна сделать до конца года. Сходить на свидание. Завести друга. Это предсмертный список? Ты ведь не умираешь, нет? Если ты выполнишь все пункты в списке, то будешь чувствовать себя гораздо счастливее. Спорим, что нет. А ты докажи. Что? Одинокий, симпатичный мужчина, запутавшийся в отношениях. Ты даже более красивая, чем я ожидал. Я представляла его другим. Так он тебе понравился, да? Жизнь не всегда подстраивается под наши планы. Никто не любит людей такими, какие они есть. Поэтому надо притворяться, что мы лучше самих себя. И раскрывать истинное лицо только после свадьбы. Почему люди так помешаны на сексе? Поцелуи еще куда ни шло, но сам процесс... Не знаю, что вы там нашли. Я не считаю себя несчастной. Если бы ты смотрела на меня, это прозвучало бы убедительнее. Если моя мама сейчас с тобой, но если вдруг рядом, передай, что я очень-очень по ней скучаю. Ты имеешь право на счастье, Кэрри. Кэрри в большом городе.